Приветствую вас. Ну, вы описываете симптомы дереализации. Вот. Конечно же. И это, в общем-то, выглядит как результат травмы, вашей травмы, психологической какой-то. То есть когда-то вы получили вот психологическую травму, сейчас это выглядит именно так, как психологическая травма. Вот, и, соответственно, нужно смотреть, как это все происходит, для чего возникает это чувство, вот, почему вы боитесь смотреть на людей, как вы пытаетесь прочувствовать полностью, вот как вы говорите, полностью хочу прочувствовать все, ну вот, не могу полностью прочувствовать на ощупь вещи, как это полностью прощупать, не очень понятно, что вы имеете в виду здесь, вот, ну, по крайней мере, с точки зрения психологии. Вот, и, соответственно, дереализация, да, это результат травмы, то есть так вы защищаетесь от чего-то угрожающего вам. Поэтому я полагаю, что тут не надо справляться ни с чем, надо сначала обратиться к врачу, во-первых, подтвердить или опровергнуть данное состояние. Вот, может, вам назначить некие препараты и потом на психотерапию для проработки причин возникновения этого состояния. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.